Сегодня 21 октября. Мы приехали на взвешивание в Екатеринбург, в клуб «Ратиборец», где мы сейчас находимся. Как бы помещение такое очень интересное, что можно взять для образца для нашего Челябинска. Здесь находится зона кроссфита, отдельно силовая зона, зона для единоборств, зона для каратистов, мешки, груши. Также забор для клетки, где также где можно поработать на ковре, что касаемо, допустим, работы в клетке. Все самое необходимое есть по расписанию, здесь также все расписано. Могут заниматься и на кроссфит приходить, и заниматься и с утра и боксом, и персональные тренировки, и с утра, допустим, кроссфит, и вечером единоборство. На следующий день также можно чередовать там бокс, силовые, ну, все, что, кажется, душе угодно. Ну, по сути, ценники у них вполне приемлемые, что касаемо такого клуба и даже относительно как бы нашего Челябинска.